Всем привет, добро пожаловать на мой канал. С кем вы еще не знакомы, меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет обзор нового, свеженького каталога компании Faberlic. Этот каталог идет под номером 5. Начинает он свое действие с 27 марта, то бишь с сегодняшнего дня. И продлится до 16 апреля, то бишь до моего дня рождения. Друзья, это такая была маленькая реклама, отступление от каталога. Вот, в общем, что интересного в этом каталоге? Какие будут новинки, цены, акции. Если вам интересно, то оставайтесь со мной до конца. И всем приятного просмотра. Но прежде чем мы начнем, как всегда, по традиции, возьмите с собой напитки. Можно покрепче. Хотя сегодня понедельник, не злоупотребляйте началом недели. В общем, возьмите свои любимые напитки. Чай, кофе, потанцуем. И начинаем листать каталог. В общем, я вам сказал уже действие каталога, поэтому давайте приступим к просмотру. Сразу на первой страничке у нас идет новая коллекция. Новая коллекция одежды, я так понимаю, только для женщин. Женщины, все для вас. Вот, и... А хотелось бы, чтобы и мужчинам. Ну, кстати, в Faberlic мужской одежды достаточно. Ну вот цена не всегда мне нравится в каталоге Faberlic, цена на одежду. Хотя, кстати, хочу сказать, здесь будет обувь. Я уже один раз как-то брал обувь в Faberlic. Мне очень понравилось то, что качество я носил, не сносил и выкинул их новыми. Шутка. Но действительно, я носил несколько лет. Это было точно не один год, не два. Вот, и я вот прям не знаю, захочу я, просто модели, вот данные модели, которые будут мужские в конце каталога, или в начале, сейчас посмотрим, не помню. Вот, в общем, цена для обуви, я хочу вам сказать, адекватная, то есть, ну, в принципе, в магазине, на рынке, я не знаю насчет женской, но вот мужские кроссовки, в принципе, можно в легкую купить на рынке за хорошие кроссовки за 13 тысяч. Панамка 4200. Ну, очень дороговастенько. Потому что я продавал такие панамки по 2000. В два раза дешевле. Так, информационная страничка. Содержание каталога. В общем, как всегда. Тушь для ресниц. Новая тушь, которая была сейчас в предыдущем каталоге по акции, теперь она по полной цене. Ну, практически по полной 2000. А с этой странички праймер для ресниц за 1000 тенге. При покупке любой туши. Праймер делает ресницы длиннее, пышнее за считанные секунды. Вот. Вот еще акция на тушь. Любая тушь за 1200 при покупке на 2500 со всего каталога. Аплодисменты в студию. 1200 тенге. Шикарная цена. Ну, здесь, в принципе, тоже монотени. Жидкая подводка 1000 тенге. В прошлом каталоге ее не было. В этом появилась. Любой оттенок помады 1249 тенге. Ну, в общем, хочу сказать, что по сравнению с прошлым каталогом, этот каталог не такой уж то и, в принципе, плохой. Мне он, по-моему, больше нравится, чем вот который был предыдущий. Ну, не знаю. На вкус и цвет фломастеры все разные, говорится так. Кушон. Тональные средства. Задумался, в общем, оп, как всегда, моя любимая пудра. Пудра за Дайтон на раз-два. Ну, теперь, конечно, пудра немножечко подорожала. Помнится, что я сколько делаю, а я уже делаю больше года обзоров на каталог Faberlic. Она была пудра 2000 тенге, сейчас она 2259. Все равно чуть-чуть Faberlic немножко все равно цены тоже подняли. Но давайте про цены уже не будем говорить, потому что давайте не будем говорить про цены. Ну, потому что это больная тема для всех сейчас. Но это актуальная тема, потому что все мы покупатели,
Все мы ходим за продуктами, за одеждой и так далее. И цены, к сожалению, не только в Faberlic, не только в Avon, ну, как и в принципе везде, они имеют свойство сейчас расти. Все закономерно, друзья, закономерно. Потому что везде работают одни и те же люди, которым нужно покупать одни и те же продукты. А все дорожает, ну и, соответственно, дорожает и труд. Как-никак, а зарплаты не дорожают, да? Вот, всего за 5 тенге. А, что это? На татуировке, да? Помада, карандаш. Подробнее на 47-й странице. А, мы пролистали, пока я говорил. Да, наклейки для ногтей или переводные татуировки всего лишь за 5 тенге при покупке любого средства. Ну, в общем, компания мотивирует, чтобы приобретали определенные средства и дают возможность, что там, бонус. Лак для ногтей за 800 тенге. Лак. 800 тенге. Ну и, соответственно, уход за ногтями тоже есть. Кисть. 500 тенге. Кисть взять с собой, 4 в одном. А, ну вот эта вот кисточка всего лишь за 500 тенге. Кстати, хорошая идея. За 500 тенге. Количество ограничено. Так, переходим в страничку «Мир ароматов». Ну, ароматы однозначно, хочу сказать. В Faberlic они тоже подняли цену. Если, допустим, вот эта линеечка можно было приобрести 8500, да, теперь она 10 тысяч. Ну, или ловить какие-то акции, которые, в принципе, никто не отменял. Каталожные компании всегда на акциях. Будем ловить с вами акции, друзья. Каори 4... Ага, классический Каори 3500 и Каори Бамбу 4200 почти. Кстати, куда делся аромат мужской Ума Феличи? Уже который каталог смотрю, нету. Напишите, пожалуйста, в комментарии, кто занимается Faberlic, девчонки, мальчишки, поделитесь информацией, кто знает, куда пропал данный аромат мужской. Арома по 1500, аромамания. Товари. Также вот хотел сказать про восьмой элемент. Его не было, потом он появился, сказали, что он поменялся в дизайне, будут менять дизайн. Ни черта он не поменялся в дизайне, он какой был, такой остался. Какой ты был, таким он и остался. Что с ним произошло? Лапшу на уши повешали, как всегда. Вот. Триммер 7000. Дезодорант антиперспирант. Точно, я сейчас забыл кое-что для обзора приготовить. Секунду. Все, я приготовил. Как дойдем, расскажу, зачем я бегал. Так, арома. Арома Faberlic. Вот я уже много раз говорил про арому. Спасибо, что держите обратную связь. Я еще раз повторюсь, что когда я вас прошу, пожалуйста, делайте обратную связь. Вам не сложно, а мне очень-очень важно понимать, что вы смотрите меня, слушаете. Поэтому, пожалуйста, пишите ваши комментарии, пишите ваши отзывы. Может быть, у вас какие-то претензии, может быть, вам что-то не понравилось. Пишите, пожалуйста, пишите. Будьте со мной на обратной связи, потому что это очень важно. Это дает возможность мне работать над собой, делать свой контент поинтереснее, исправлять какие-то ошибки, которые, может быть, вам не нравятся. В общем, друзья, вот как-то так. Тут на компьютере немножечко. Открыл на компьютере, посмотрел, что у меня там статистика. Вообще не вовремя, да, друзья? У меня бывает такое, делаю обзор, а сам занимаюсь другими делами. Ну, в целом, конечно, это невозможно. Но вот как-то так.
Может, кто-то сейчас впервые смотрит обзор каталога, хочу пояснить. Хоть я уже больше года делаю обзор каталогов Фаберлик по многочисленной просьбе моих подписчиков. К сожалению или к счастью, я полностью как бы не владею информацией продукции компании, поэтому я вот листаю для того, чтобы показать новый каталог. Не у всех есть возможность его посмотреть. Может быть, я не знаю. Я, кстати, не смотрел на пространстве YouTube Казахстана, есть ли обзоры фаберликовского каталога. Вот сейчас отсниму, обязательно гляну. Спрей активный восстанавливающий 649 тенге при покупке со всего каталога на 2500. Вы, кстати, обратили внимание, что и Фаберлик тоже подняла, помимо цен, они подняли и рамку. Раньше, если было 2300, насколько я помню, вот такие акции на покупку, то есть можно было приобрести этот спрей, если делаете на 2300, да, а сейчас 2500. То есть и здесь тоже планочку как бы подняли. Не все так просто. В общем, друзья, прошу вас, напишите в комментарии, есть ли у нас на просторах казахстанского Ютуба обзоры казахстанского Фаберлика каталога. Или опять один я это все показываю. В Эйвоне единственный, по-моему, я остался, кто регулярно делает контент Эйвон Казахстан. Ну, спасибо мне за это, друзья, стараемся. Вот. Теперь мы расширяемся и Фаберлик. Начинаю больше окунаться, чтобы рассказать вам больше, что могу узнать. В общем, поэтому я не владею много информации по многой косметике, поэтому просто листаю, делюсь с вами новым свежим каталогом. Я пытался сделать обзор молча, но моим любимым подписчикам это не понравилось, и поэтому я понял, что интереснее листать и разговаривать вместе с вами. То, что знаю, то рассказываю. Поэтому иногда не удивляйтесь, что пролистываю странички молча, как это сделал сейчас практически. Вот как-то так. Вот как-то так. В общем, листаю вместе с вами и делюсь информацией. Нежная пенка для умывания, кстати, 2500. В предыдущем каталоге было дороже. Я вот на пенки обращаю внимание, а сравниваю их с эйвонскими. В эйвоне пенка для умывания стоит 2000 тенге, в Фаберлике она дороже. А раньше была дешевле. Вот как так, не понимаю. Вот как-то так бывает. Вот так-то. Кислородная косметика. Любые два продукта со скидкой. То есть в желтом квадратике указана цена, если вы берете два продукта. Если вы берете один, то будет вот эта вот красная цена. Вербена. Обновленная линеечка Вербена в новом дизайне. Маркетинговый ход. Сделано с любовью. Love. Линеечка Love. Крем для тела, лица и рук стоимостью 1000 тенге. Обратите внимание, что он 100 миллилитров. На секунду в Эйвоне. Вот опять же, если сравнивать сейчас Эйвон и Фаберлик, вот грешат, что Эйвон стал дороже всех на свете. Но вот в Эйвоне 200 миллилитров крема, 200, ой, 400 миллилитров крема будет стоить 2200 сейчас. Вот точно такой же крем, который универсальный, идет для лица, рук и тела, в 4 раза больше получается и стоит 2200. Вот делайте вывод сами. Вот. Конечно, опять же, если смотреть крема для рук, то, конечно, безусловно, в Фаберлике крема для рук больше выбора и они дешевле. Ну и в Эйвоне тоже не есть странички, в которых можно крема для рук приобрести дешевле, чем они обычно стоят. Детская линеечка. Тоже вот хочу заказать для обзора. Для обзора и есть кому подарить. Есть кому подарить. Краска для волос 1349. Салон. Уход в салон. Эксперт колорд красочка. А она сколько будет стоить? 1200. Это интенсивный. Так.
любой оттенок. Или интенсивно. А, друзья, ну тут у меня было. Вот, ты... блин, малин, смотрю в книгу, вижу фигу. Все, 1200 тенге будет стоить эта краска для волос. Ну, вот, кстати, подешевле, чем в предыдущем. Ну и полетели. А вся линейка пошла для головы, для волос. Для головы, для волос. Ну, от шампуней Фаберлики получается дешевле, чем Вейвани. И тоже есть выбор больше. Вейвани вот такой объем будет стоить 1800 тенге. Получается, здесь 1249 тенге. Но решать, конечно же, покупателю, какой шампунь ему больше нравится. Я пользуюсь фаберликовским шампунем. Я сейчас соврал. Я пользуюсь сейвенским шампунем. Нет, фаберликовский я не брал. Один раз брал как-то давно-давно. И неправда. Вот. Вот, друзья, новиночка. Попробую новиночку с 50% скидкой. Это спрей для него. Я получил такой спрей. Вот он у меня уже в наличии есть. Это спрей с морским ароматом, с нотом эвкалипта, амбры, пачули и ананаса. Пачули, вот как я не люблю пачули, и мне всегда попадается этот пачули. В общем, друзья, я первый раз именно этим спреем воспользовался вчера. Специально поторопился быстрее попробовать его. Но я что хочу сказать. Если эта цена будет 1000 тенге, если она не изменится, если эта цена не будет стоить 2000, как здесь в каталоге указано, то хочу оценить этот спрей. Классный. Мне он очень... Мне он очень понравился. У него запах намного приятнее, чем у того спрея, который я брал раньше. Я сейчас пользуюсь спреями исключительно фаберликовским, потому что в Эйвоне нету таких спреев, есть только шариковые дезодоранты. Шариковые дезодоранты мне не нравятся. Не из-за того, что они плохие. Мне не нравится сама концепция жидкий шариковый дезодорант. Я предпочитаю сейчас спрей. Вот, поэтому в Эйвоне нету, поэтому пользуюсь фаберликовским спреем. И вот у меня был до этого другой, он подороже. Этот подешевле, он мне больше нравится, потому что он и дешевле, и он классный. В общем, я рекомендую, коллеги, заказывайте своим мужьям, отцам, парням. Спрей классный, работает он супер. В общем, мне он очень понравился. И он больше мне понравился, нежели его предшественник. Но он, кстати, здесь есть, я не знаю, будет, или мы его пролистали. В общем, рекомендую. Второй спрей, я не знаю, древесный аромат со свежими фруктовыми нотами, пряным аккордом. Я сразу захотел попробовать именно морской. Ну, в общем, пока им пользуюсь. Итак, 1000 тенге, он 150 миллилитров. Хороший объем. И хочу вам сказать, что это самая низкая цена сейчас, наверное, на рынке для спрея. Это шикарно. Средство для интимной гигиены, а также серия. Депилятор. Серия депилятор, друзья, коротко и ясно. Линеечка. Пытаюсь найти, как правильно прочитать. Крем. Крем. Ой, невероятно сочный вкус. Витамания. Обновленная линеечка Витамания. И вот здесь у меня вопрос. Почему спрей... До вот эти спреи Витамания до кризиса стоили 500 тенге. Во время кризиса они стоят 500 тенге. И сейчас они стоят 500 тенге. Вот если сравнивать с эйвонскими спреями, мне клиенты говорят, что эйвонские однозначно лучше фаберликовских. Друзья, я не знаю, я не пользуюсь ни этими, ни теми. Поэтому, как всегда, я буду опираться на ваши отзывы, на ваши комментарии. Пишите, пожалуйста, в комментарии, какой спрей вам больше нравится для тела, Фаберлик или Эйвон. Так вот, в Эйвоне, теперь уже с 1 апреля такие спреи будут стоить уже 1200 тенге. А в Фаберлике цена замерзла на 500. И не шевелится. Не знаю. А вот гели для душа, конечно же, были в этой линейке маленькие. Они были 200 миллилитров. Теперь они стали в два раза практически больше. А цена 900 тенге. Цена, ну, чуть-чуть дороже, естественно. В общем, кризис на что-то повлиял, а на что-то нет. Не знаю.
Зубная паста. Я, кстати, себе заказал в Фаберлике зубную пасту. Но я вам еще раз говорю, я не такой прям супер-пупер эксперт по зубной пасте. Мне как бы все равно, какая зубная паста. Вообще, честно сказать, не сильно доверяю и верю вот в эту идею, то, что зуб... Вот правда, вот сколько я смотрел информацию, вот все равно самое лучшее средство почистить зубы, это покушать яблоко. Не знаю я. В общем, я себе заказал вот такую вот профилактическую зубную пасту восстановления и укрепления эмали. И я себе заказал... По-моему, не знаю, надо посмотреть. Я две штуки заказал. И, по-моему, вот эту вот отбеливающую концентрированную, не помню. Надо посмотреть. Вот. Дальше. Двигаемся дальше. Зубная нить — это тоже длинная история. Настолько длинная, как сама зубная нить. Хочу все попробовать, но как-никак не могу взять. Зубочистка мне привычнее. Но, говорят, зубная нить эффективнее чистить. Как? Как ей чистить? Ну, хорошо, дырок нету. Ладно, дырок нету. Но вот между зубами нитка, я боюсь, я десна порежу. Не знаю, надо пробовать. И не бояться. В общем, закажу, наверное, как-нибудь. Закажу. Ой, кстати, я себе заказал не фаберликовскую, я себе заказал вот такую вот нано-пензу для ступней. Взял ее другую, по-моему, она китайского производства. В общем, придет, покажу вам. Ну, взял я ее за сущие копейки, даже стыдно говорить, какая цена. В Фаберлике она стоит 4500, вот. Средство для интимной гигиены. А, вот, друзья, я говорю про вот этот спрей, вот этой линеечки Expert Pharma. Вот эта вот линеечка. Я вот этот спрей брал последние несколько месяцев и им пользовался. Вот. Но вот этот спрей, видите, он 1859 тенге стоит. 120 миллилитров. А мне он по действию этот спрей, мне он тоже нравится. Но когда им пользуешься, сам пшик, сам, когда пшикаешь спреем, стоит, ну, облако вот этого спрея в ванной комнате. Я стал в коридор выходить, когда им пользуюсь. Теперь вообще на лоджию буду выходить, так как теперь уже потеплело. В общем, мне не нравится вот это большое облако от этого спрея. И хочу отметить, что я обратил внимание, что тут как будто здесь сильнее давление. Тут пшик, здесь как бы я быстрее... наношу этот спрей, чем вот этот. Ну, пшикнул-то он под таким как будто давлением, как будто, знаете, меня сносит от него. Но у него тоже есть такое облако, но оно более приятного аромата, чем вот это. Здесь, ну, мы же понимаем, что это не туалетная вода, да? И здесь ссылаться на запах спрея я вообще как бы, ну, лишь бы он работал хорошо. Потому что, извините, из подмышек моих лучше пусть будет пахнуть этим спреем, нежели потом. Но даже этим спреем все равно не пахнет, потому что его предназначение — это не аромат, а именно предотвращение запаха пота. Вот как я сказанула, практически как Малышева, то есть вам программу провел. Так, это какая-то новиночка, фитобальзам для кожи вокруг носа и фитобальзам живица для тела, 750 тенге каждый, прикольно. Ну вот, хочу тоже, у меня с носом, как сказать, проблема и не проблема. Я вроде как одно время обращался к врачу. Ладно, не об этом сейчас видео. Я думаю, надо тоже попробовать заказать. Попробовать. Продукты для здоровья. Это новая линеечка БАДов. Без комментариев, не знаю я. Я уже говорил, что кое-что я пробовал. Для меня вот эти БАДы, таблетки, ну, ни о чем не говорят. Я не знаю, если там врачи прописывают, я еще, может, понимаю что-то там. А так просто взять БАД, не знаю. Но вот чаи я уже много раз говорил. Я брал чаи и беру постоянно Фаберлики. Беру особенно гастро. Мне он реально помогает. Не устану об этом говорить. В общем, я доволен. Поэтому как-то так.
Вот такой вот тоже имбирный напиток. Я заказывал зимой, им пользовался. Ну, тоже не могу сказать, реально помогает он или нет. Ну, вроде бы как чувствую, когда хоть что-нибудь какое-то, хоть сопелька или кашель какой-нибудь в сторону простуды, я сразу его достаю и пропиваю. Вроде бы помогает. Вот эти чаи, я всегда про них говорю. Ну, не чаи совсем, а травяной сбор. 729 тенге, хорошая цена. Попробуйте. Они реально работают. Ну и с другой стороны, трава есть трава. Конечно, можно купить в аптеке, но то, что мне здесь нравится, сейчас я вам покажу. Я снова сгонял. А вот у меня, чтобы не быть голословным, вот у меня недавно открытый чай гастро. Мне нравится вот это вот описание. Посмотрите. Не знаю, в аптеке есть такое или нет. Я как-то брал, ну, аптечные травы, но вот это меня прям очень устраивает. Пишется, какой компонент здесь есть, его действие. И самое, что немаловажное, в наше вот время, когда мы торопимся. Я знаю, что в аптеке тоже есть в таких саше продается. Но вот не знаю. Здесь, да, здесь в 2 или в 3 раза дороже, чем в аптеке травка. Но мне кажется, что здесь действительно на совесть собрано. Именно потому, что мне оно реально помогает. Вот такая вот еще рекламка. Пробуйте. И делитесь своими отзывами, комментариями. Я пробовал здесь кое-что другое. Для бодрствования. Пробовал детокс, очищение. Вот вечер, утро. Не знаю, мне больше всего понравился вот гастро, и я его покупаю. Я уже говорил в каком-то видео, что у меня мама тоже им пользуется и тоже довольна. Вот. Двигаемся дальше. А там у нас что-то уже видео растянулось. Надо уже подзаканчивать, друзья. Для дома, скатерти, прихватки. Ну, это уж совсем надо, если уж вы фанат, то, пожалуйста, я не фанат, я куплю какую-нибудь недорогую прихватку, нежели вот тысячу, можно за 500 тенге прихватку купить. Здесь в 3 раза она дороже. Смотрел я на эту минажницу, смотрел и забыл я ее заказать. Сейчас не знаю, буду размещать заказ. Может быть, закажу. Потому что я в последнее время очень часто стал покупать орешки. Они у меня лежат в одной корзинке, но я их тоже так оригинально сделал. Сейчас покажу. Слушайте, ну у нас сегодня вот такое вот какое-то экстра видео такое, вечно вступаю. Смотрите, вот мне срочно нужна минажница, согласитесь. Потому что вот так вот выглядит как-то. Поэтому подумаю, может быть, закажу эту минажницу. Может быть, я на нее буду 10 тысяч раз смотреть. Ой, ну что? Ну что, ну что? Мыломоечка. Наша любимая мыломоечка. Опять я столкнулся с проблемой, то, что мне опять как будто бы не нравится гель для мытья посуды. Но то, что гель для стирки я брал себе для белого. Мне безумно он понравился. Ну, я отстирал декоративные подушки в зале. Прям да, классно. В общем, я возьму себе еще раз обязательно. Потому что сейчас лето. Маечки белые, футболочки, трусики, носочки. В общем, классная вещь. Очень рекомендую. Обязательно попробуйте. Кстати, тем более сейчас они обновили. Стала новая формула. Я еще не пробовал. 3 в 1. Удаление пятен, защита ткани, устранение запахов. Очень хочется попробовать уже новиночку 3 в 1. Насколько это правда, не знаю. Порошок 2,259. Все для пятновыводителей. Салфетки. Кстати, салфетки 479 тенге по акции. Кондиционеры. Ну вот опять же, знаете, хочу сказать, что я пользуюсь порошком. Порошком вот я брал себе альпийские луга, какой еще брал, горную свежесть брал. Мне кажется, вот этого порошка достаточно, не обязательно уже брать кондиционер. Ну, брал я себе вот эту вот золотую органу, но хочу попробовать вот такой вот кондиционер, который будет без запаха на сухом белье. Очень хочу попробовать. Полотенце. Ну вот эти вот гели для мытья посуды почему-то меня
опять стал напрягать. Я брал себе малиновый последний раз, и почему-то мне показалось, что он у меня совсем перестал пениться. Тут мне посоветовали, возьми лимонный. Взял лимонный, вау, сразу такая, ну, пенится хорошо, классно. Через некоторое время я заметил, как будто он тоже, блядь, перестал как будто пениться. В общем, не знаю я. Или я уже придираюсь ко всему. Не знаю. Но вот средство для духовок и плиток не поменялось. Оно меня устраивает, оно мне очень нравится. Очень много чего я отмываю именно этим средством. Спасибо. Изобретение века. 900 тенге. Хорошая цена. Мыло для рук. 659 тенге. Чего? 649 тенге. Все, друзья. Надо закругляться. Ну, осталось еще немножечко. Пролистаем быстренько. Тут все без изменений. Все те же средства. Практически все та же цена. Тряпочки. Ну, кстати, первый раз вижу, не обращал внимания. Салфетка для очищения ювелирных украшений. 600 тенге. Ну вот, можно, кто еще не знаком с продукцией Faberlic, есть вот такие вот пробники на 1-2 раза. 200 тенге он сейчас стоит. Здесь, видите, гель очищающий для туалета. Ну, кстати, для туалета, конечно, это, мне кажется, маловастенько. Концентрированное моющее средство другого вкуса. Шампунь для ковров и обивок. Вот, друзья. Можете попробовать заказать. Может быть, что-то понравится. Для питомцев. Для других питомцев. Есть одни питомцы, есть другие питомцы. Футболочки. Ну вот мужская линеечка. Кроссовки. Кроссовочки 11500. Вот я что-то наподобие таких кроссовочек. Я брал два вида кроссовок. Наподобие вот этих вот. И других. Других нету. Вот, ну в общем. Одежда, я молчу. Все равно мне кажется, что это дороговастенько. Может, потому что я одеждой занимаюсь. Не знаю. Белье я тоже вам говорил, что я брал. И тоже мне кажется, что это очень-очень дорого. Но они классные. Качество обалденное. Ну, блин. Сейчас хочется поэкономить. Нужно поэкономить сейчас, поэтому... Женские чулки, носки, колготки, нижнее белье, друзья. Это что-то? Вот это скидки. Как будто что-то новенькое. Маски. А, ну как всегда, последняя страничка. Тут собираются, кстати, восьмой элемент в маленьком объеме. И, кстати, цена. Если вы берете один продукт, он будет стоить 2200. Если берете два продукта, 1600 каждый. И если берете три, то 1500 каждый. Ну, вот хорошее предложение. Респект. Спреи парфюмированные для нее, для него. Гели для душа 500 тенге, 200 миллилитровые и 250 миллилитровые 579 тенге. Ну вот гели для душа, конечно же, хорошая цена. Крема для рук 529 тенге при покупке на 2500. Так, штатив сдвинулся. И если не брать по акции, то 750 тенге. Ну, по акции всегда нам выгодно. Мы все любим акции. Крем для ног и крем для рук по 500 тенге. Это тоже, кстати, новая линеечка. Напишите, пожалуйста, в комментарии, кто пользовался вот этой новой линеечкой с пчелиным воском. Очень интересно ваш отзыв почитать. Потому что цена прям зашибательная. Так,
Ботаника. Шампуни по 900 тенге. И тут тоже по акции шампуни, если берете два продукта с этих страничек. Ну и последняя солнцезащитная линеечка закрывает обзор каталога. Я специально посмотрел каталог прошлого года. Солнцезащитная линеечка тоже чуть-чуть подорожала. Но как чуть-чуть, я вам сейчас пример приведу. Вот такой вот крем с SPF 15 для лица в прошлом году стоил 1200 тенге. Сейчас он 1500. Вот, по-моему, вот такой вот спрей, ой, крем для лица. Он, по-моему, стоил 1800. Ну, в общем, тоже есть подорожание. Как бы вы там ни говорили, дорожает везде, все и всюду. И по традиции всегда в Фаберлике последняя страничка занимает информация для новых покупателей, которые зарегистрируются с сегодняшнего дня и по 16 апреля зарегистрируются и разместят заказ с оплатой на 7500. Сделайте, оплатите заказ на 7500 в ценах каталога. Именно в этот период действия. Получите скидку 20% и в следующем каталоге при размещении заказа можно получить гидрогелевые патчи для глаз на выбор всего лишь за 5 тенге. Ссылочка на регистрацию есть в описании каждого обзора каталога или продукции Faberlic, поэтому регистрируйтесь, получайте свои привилегии. Ну а у меня на этом все, друзья. Спасибо большое, что досмотрели этот обзор. Обзор каталога всегда идет большой. Жду, как всегда, ваших отзывов и комментариев. Все, что я вас просил, пожалуйста, напишите, дайте обратную связь. И тем, кто не подписан на мой канал, хочу вас еще раз попросить, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Да пребудет счастье в ваш дом. Действительно, друзья, кто не подписан, у того денег мало. Кто подписан, у того прибавляются денежки, им прибавляют зарплаты, дают бонусы. Это правда, это проверено годами. В общем, друзья, вам не сложно, а мне приятно. На сегодняшний день на моем канале почти 5900 подписчиков. Я очень хочу увидеть дату 6000 подписчиков. Поэтому внесите свой вклад. Будет очень приятно. Ну, а у меня на этом все. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока.